В Сергиево-Посадском ЗАГСе состоялось торжественное вручение паспортов. Первые взрослые документы получили 16 школьников. 14-летним ребятам паспорт гражданина Российской Федерации вручил глава округа Михаил Токарев. Поздравляю. Действительно, с одной стороны, быть гражданином нашей страны, нашей великой страны, очень почетно, но в то же время очень ответственно. И мы каждый раз, находясь здесь, всегда нашим ребятам, нашим гражданам Российской Федерации напоминаем, что у вас сегодня появляются не только права, но и у вас появляются еще и ваши обязанности. Права и обязанности закреплены в Конституции России. Вместе с главным документом ребята получили цветы и поздравления. Вручаем книги, брошюры аппарату уполномоченного, где размещена вторая глава, как раз все основные права и обязанности вас, как граждан Российской Федерации. И мы, конечно, надеемся, что вы будете достойными гражданами нашей страны. Успехов в вашей жизни, чтобы все задуманные цели, задачи, которые вы перед собой ставите, конечно, исполнялись. Сегодня такой замечательный день, вы получаете один из главных документов в своей жизни. Удачи, успехов вам во всем. После церемонии большинство ребят признались в том, что с нетерпением ждали этого события. Так, например, семиклассница Алина Колпакова, ученица 16-й школы, свое 14-летие отметила 14 мая. Вообще было волнительно, как бы сидели, так было страшно, потрясывало даже немножко. Но вышло, стало как-то увереннее более. Вообще этот день запомнится мне точно. Мне понравилось. Теперь у меня есть Конституция, и я изучу в ней все свои права, обязанности и привью их в жизни. Финальной точкой важного события в жизни 16 школьников Сергиево-Посадского городского округа стала памятная фотография. Сергей Осипов, Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События».